Всем привет, кто смотрит. Хочу показать вам зенитный фонарик. РГБ, 3 ватта, красный, зеленый, синий. С хорошей видимостью луча. В темную погоду. Почти как у лазера. И хорошей видимостью со стороны. Потому что лазеры дорогие. Когда их еще не продавали, решила сделать самодельный фонарик, который, чтобы также хорошо был виден в воздухе. Светит он, конечно, 300 метров всего лишь-то. Здесь у него регулировка фокуса, пятна. Что ж, давайте включим. Красный, зеленый, синий. Сам. Можно по отдельности. Можно комбинировать. Будет желтый, если зеленый, красный смешать. Красный, синим будет розовый. Вместе, если включить. Путь РГБ, радуга. Либо белый. Но здесь видно три цвета, как и должно быть. В туманную погоду тоже так же хорошо видно. Только радугу. Прям как от лазеров. Ничем не хуже. Не знаю, что еще больше сказать. Здесь стоит система охлаждения у него. Сделана система охлаждения, работает на фреоне, так как светодиод греется очень сильно. Вот еще есть фиолетовый. Сейчас мы его тоже протестируем. Фиолетовый цвет очень сложный. Имеется в виду фонарики, чтобы его можно было сделать. Поэтому пришлось его делать отдельно. Не в одном большом. Светит он тоже плюс-минус 300 метров. Система охлаждения с трубкой, залитой фреоном. Так он примерно светит. Довольно-таки ярко. Почти как фиолетовый лазер. Кучность луча довольно-таки хорошая. В воздухе тоже видно довольно-таки хорошо. Ну, конечно, лазер будет лучше видно. Здесь не поспоришь. У него кучность больше у лазера. Но неплохая альтернатива.